Лучше охотиться ночью, но днем найти добычу легче. Птицы ее не интересуют, но их дерево – это отличный наблюдательный пункт. Не зря она забралась наверх. Совсем недалеко она увидела болотного козла. Она крадется по краю обрыва, прячется в тени и не спешит. К сожалению, последний отрезок пути нужно пройти по воде. И немалый.